Похоже, то, ради чего 2 года назад украинцы вышли на Майдан, сменили правительство и президента, ввергли страну в гражданскую войну, обернулось прахом. Голландцы сказали «нет» подписанию соглашения об ассоциации Украины и ЕС. А это значит, что «нет», сказанное голландцами, умножает на ноль. Мнение остальных членов ЕС, каким бы оно ни было. По правилам самого Евросоюза, позиция стран в этом вопросе должна быть единой. И это при том, что сама ассоциация не обеспечивает ни безвизового режима, ни права на работу в ЕС. А такие страны, как, например, Алжир, Тунис, Египет и ЮАР, уже давно стали частью европейской политики соседства. Так это называется. Чего испугались голландцы? Что означают итоги референдума для Украины, а для самого ЕС? Обо всем этом поговорим в открытой студии. Но сначала о том, как проходил референдум, напомнит Юлия Сифиринкина. Это больше похоже на визит футбольных фанатов, чем на политическую акцию. Сине-желтая символика накануне референдума, кажется, заполнила все вокруг. Знаменами и шарфами увешаны даже исторические памятники в Амстердаме. Настоящий агитационный разгул украинского лубка. Девушки в венках, мужчины в вышиванках. Тон здесь задают сами украинские политики. Вот мэр Киева на велосипеде. А это министр иностранных дел. Надел национальную рубашку под классический пиджак. И в таком виде даже не просит, умоляет голландцев пожалеть Украину. Речь идет сейчас не о ЕС. Я умоляю, давайте сосредоточимся на Украине, ее проблемах и перспективах. Этот референдум не о Брюсселе, он о Киеве. Поддержите Украину. Агрессивный агитпроп, на который Джордж Сорос потратил 200 тысяч евро, сыграл, что называется, мимо кассы. Впрочем, амбициозный миллиардер вряд ли из-за этого расстраивается. Командировочные расходы для агитаторов – лишь капля в море его трат на поддержку нынешней киевской власти. Архитекторов нового миропорядка шокирует другое. Они ожидали безоговорочной поддержки Украины и европейского проекта, а получили пощечину. Они хотели расширить ЕС, а сами забили очередной гвоздь в крышку его гроба. Это было бы историческое решение, если бы единственная из 28 европейских стран сказала бы «нет». Это бы подчеркнуло, что мнение каждого важно, что мы можем влиять на глобальную политику. Мы уверены, Европейский Союз не нуждается в расширении. Уверены в этом и обычные граждане. Они попросту не знают, в какую именно сторону мог бы расшириться Евросоюз. Найти на карте Украину под силу не каждому. Так вот, это Италия, вот это Турция, а Украина, тогда это где-то здесь. Так что удивляться можно лишь тому, что результаты референдума вообще кого-то удивляют. Голландцы не только не знают, где незалежнее, но и в принципе не понимают, какую пользу эта страна принесет ЕС. 2 жителей Нидерландов из 3 не хотят этого соглашения. И достаточно высокая явка избирателей говорит о том, что голландское правительство не может не обратить на это внимание. Власти должны остановить процесс ратификации. В глазах голландцев и без того сомнительную репутацию Украины подпортили и разоблачительные ролики в интернете. Своеобразный ликбез для тех, кто не в курсе. Вот она, современная Украина, стремящаяся стать частью Европы. И повисший в воздухе вопрос, кому она нужна такая? Украинский режим за последние 2 года показал полный провал. Нет ни одного признака борьбы с коррупцией. Государственные правоохранительные органы не реформировали. Украинские власти продемонстрировали неспособность проводить грамотную внешнюю политику. Деньги, выданные Евросоюзом, были попросту украдены с помощью коррупционных схем. Впрочем, были в Голландии и те, кто раскрыл объятия такой назойливой невесте с Востока. Премьер-министр Нидерландов голосовать пришел в прекрасном расположении духа, да и вообще повел себя как человек исключительно добросердечный. Многие люди, выступающие против соглашения, говорят, что мы не думаем о безопасности, финансовой стабильности и свободе передвижения наемных работников. На самом деле речь идет о солидарности с другой страной, страной, которая хочет развиваться. Правда, его авторитета не хватило, чтобы переломить ход голосования. Нидерланды сказали «нет» ассоциации с Украиной. И в ответ уже услышали «это атака на единство Европы». Петр Порошенко в выражениях не стесняется. Ведь он-то, похоже, давно уверен. Украине нужно не разрешение, а приглашение стать членом ЕС. Я приветствую в Москве наших уважаемых экспертов. Сегодня это Евгений Георгиевич Тарло, вам хорошо известный, и наш голландский эксперт Ерон Кеттинг. Здравствуйте. 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 Добрый день. Евгений Георгиевич, но первый вопрос вам. Как вы считаете, что означают итоги референдума для Украины? Что все зря, Майдан зря, война зря, жертвы зря?
Ну, то, что Майдан был ошибкой, для меня это было очевидно еще когда он только начинался. И я пытался убедить, когда мы еще разговаривали с нашими украинскими коллегами, что они совершают колоссальную ошибку. Это путь, который ведет в никуда. Путь ведет к катастрофе для Украины. И он действительно, Майдан ударил и по Украине, и по России, и Майдан ударил по безопасности Европы. Вы склонны считать итоги референдума катастрофой, к которой, собственно, Майдан и привел? Ну, катастрофа, она разразилась раньше. Я считаю, что катастрофа – это начало войны с собственным народом. Вот это действительно подлинная катастрофа. Ну, а то, что голландцы высказались против ассоциации с такой страной, как Украина, здесь ничего нового нет. Даже высказались бы они за. Что дальше? От этого что, экономика изменится на Украине? Или завтра кто-то жить станет лучше? Ну, была бы ассоциация. Совершенно, Юнкер совершенно четко сказал, что и через 20, и через 25 лет Украина не будет членом Европейского Союза. Не будет. А ассоциация – это ну, некие дружеские отношения, там, некие взаимоотношения. Так они были гораздо лучше раньше. И раньше при Кучме, при Януковиче, при Ющенко они были на порядок лучше с Европой, чем они существуют сейчас. Но мы понимаем, что украинцы очень рассчитывали на этот референдум. Украины, да. Да. И для них-то для это сейчас Украины, и трагедия, и крах. Я считаю, что это катастрофа. Потому что вот эти майданные лидеры, те, кто бегали там по Майдану и кричали, завтра мы будем европейцами, нас принимают в Европу, завтра у вас будет зарплата, как в Европе, пенсии, как в Европе, дороги, как в Европе, заводы, как в Европе, завтра все будет хорошо. Так сейчас видим, что стало все хуже. Ничего они не выполнили. Более того, вот эти вот печеньки, которые раздавали на Майдане, печеньки кончились, а новых нет. А бесплатного сала не бывает. Оно только в мышеловке для мышей. У нас сейчас есть возможность связаться с нашим специальным корреспондентом в Нидерландах, Виталием Ворониным, который расскажет нам об атмосфере, о настроении к референдуму. А я только замечу, что 2,5 миллиона человек пришли сказать «нет». Не поленившись, в будний день они пришли на референдум для того, чтобы высказать свое отношение к этой, в общем, ну не очень близкой, объективно, для Европы проблеме. Валерий, добрый день. Да, Инна, мы сегодня работаем в центре Амстердама. Это крупнейший город Нидерландов. И сегодня здесь, пожалуй, ничего не напоминает о состоявшемся накануне столь важном для страны и для всего Евросоюза референдуме. Потому что всю наглядную агитацию убрали заранее. Остались только рекламные проспекты выставок и каких-то торговых точек. Но зато всю информацию можно почерпнуть в местных газетах. Естественно, передовицы посвящены результатам референдума. Где-то просто сообщается о результатах голосования. Как вы уже, наверное, знаете, лишь 38% пришедших на участки для голосования сказали «да» интеграции Украины в Евросоюз, зато 61%, это две трети избирателей, сказали «нет». Также на передовицах газет публикуется фотография радостного Яна Роса. Это местный популярный журналист, который, по сути, возглавил кампанию агитационную против соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Мы вот сегодня попытались связаться с Яном Росом, но в его редакции администратор сказал, что накануне Ян вместе с коллегами закатил такую вечеринку, праздная победу, что вряд ли сегодня мы с ним свяжемся. И действительно, до сих пор сотовый телефон Яна Роса не отвечает. Настроение у жителей Нидерландов рабочее, точно такое же, как оно было накануне. День референдума не был выходным днем, это был рабочий день. Поэтому, собственно говоря, был такой небольшой процент пришедших на референдум. Это была главная интрига, собственно говоря, голосования. Состоится референдум или нет? Будет больше 30% пришедших на участки или менее 30%? И накануне мы работали весь вечер в парламентском пресс-центре, куда приходили лидеры крупнейших партий. И вот там были очень драматичные такие часы, когда постепенно обрабатывали бюллетени. И сначала, после обработки 3%, явка составляла 29%. И тогда, соответственно, референдум могли бы признать недействительным. Но по мере обработки новых и новых данных, процент явки повысился. И итоговые 32% такова явка. Референдум признан состоявшимся. Оговорюсь, что это данные, как все говорят, предварительные. Тем не менее, лидеры крупнейших партий накануне, и в том числе премьер-министр страны Марк Рютте,
согласились с результатами референдума. Все они, конечно, с оговоркой, что мы подождем окончательных итогов, но, тем не менее, уже эти предварительные данные признаны состоявшимися, и лидеры всех крупнейших партий согласились с тем мнением, что проигнорировать волеизъявление жителей Нидерландов, хотя этот референдум так называемый совещательный, не обязательный для исполнения, но проигнорировать мнение жителей Нидерландов не получится, тем более, что такое очевидное положение заняли жители Нидерландов, когда 2/3 из них сказали нет ассоциации Украины с Евросоюзом. Что будет дальше? Вот это большой вопрос. Как будут развиваться события, пока непонятно, но каким-то образом это соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом будет переделано. То ли Нидерланды окончательно откажутся от ратификации этого соглашения, то ли как-то видоизменят свое участие в нем. В общем, это дело больших политических дискуссий, которые, как я понимаю, станут окончательно ясными после опубликования окончательных итогов референдума. Это произойдет 12 апреля, тогда будут точные, стопроцентные, подтвержденные всеми и признанные всеми результаты референдума. По состоянию на сегодняшний день явка 32,1%, это предварительные данные. Референдум предварительно состоялся, и предварительно большинство жителей Нидерландов сказали нет вхождению Украины в Евросоюз, сначала в виде соглашения об ассоциации, наверное, дальнейшей евроинтеграции. Мы следим за развитием событий. Виталий, спасибо большое, но мы продолжаем разговор. Ерн, вы гражданин Нидерландов, поэтому для нас особенно важно ваше мнение. Скажите, пожалуйста, как вы-то оцениваете этот референдум? Нужен он был, не нужен? А главное, как вы оцениваете, да, почему результат вот именно такой? На самом деле, если, скажем так, определенное количество граждан Голландии решили, что нужен референдум, и то, что по закону там нужно 30 тысяч голосов за референдум, тогда он состоится. Было где-то 420 тысяч, поэтому нужен референдум. Значение референдума на самом деле не имеет настолько отношения с Украиной, и тем более уже совсем не имеет отношения к России. То, что голландцы сказали в этот референдум, это в принципе, что они выразили некое недовольство и недоверие по адресу голландскому и брюссельскому, и европейскому политическому элиту. И на самом деле очень интересно будет посмотреть, как будут реагировать на самом деле и голландская политическая элита, и брюссельская европейская политическая элита на этот нет. На самом деле для Украины не очень много меняется. Также Украина может продолжать вести торговлю и вести какие-то внешнеполитические отношения с Евросоюзом. В принципе, здесь никаких проблем не будет. Естественно, я с предыдущим спикером согласен, что в первую очередь это, скажем так, большая проблема для шоколадного короля в Киеве. И во вторую очередь это проблема для, скажем так, голландской и брюссельских политических кругов. Да, спасибо большое. Действительно, эксперты говорят о том, что результаты референдума – это личное сокрушительное поражение Порошенко. Поэтому закрыта ли Украине дорога в ЕС? Да, не во внешнеторговые отношения, это сейчас не вопрос, да, мы об этом обязательно поговорим. Так закрыта ли Украине дорога в Европейский Союз, или, может быть, на самом деле правительство Нидерландов просто не учтет мнение своего народа, поскольку отнесется к нему как к совещательному голосу. Об этом мы продолжим говорить сразу после рекламы, мы только начали, не переключайтесь. В эфире «Открытая студия». Мы сегодня обсуждаем будущее Украины в контексте итогов референдума в Голландии. Я напоминаю, что для вас работает наш медиацентр, где вы сможете оставлять свои соображения, мнения. Они для нас важны, интересны. Напомню, что для вас там сегодня работает Ирина Петрова и Игорь Максименко. Коллеги. Да, Инна, добрый день. Добрый день. Если рассуждать о том, кто и за или против Украины в составе Объединенной Европы, сначала бы мне хотелось бы начать с некоторых цитат. Это цитат, которые мы высмотрели в социальных сетях и пишут пользователи, причем как с Украины, так и из России, да и вообще из Европы. Ира. Да, комментировать, наверное, так скорее бытово. Татьяна пишет, а мне жалко украинцев, задурили им головы Европы, повелись как дикари на бусы, все ищут богатых покровителей, а терять российский рынок из-за химеры было глупо. Или Илья, а для чего
ничего Украине, Евросоюзу. Коррупция, воровство займут рабочие места, и так уже эмигрантами сыты. Правильно, голландцы их к себе пускать не хотят. Вот Евгений подхватывает, либо я ее веду в ЗАГС, то есть Евросоюз, да, либо он меня ведет к прокурору, а прокурору не хочу. Ну и на самом деле самая распространенная шутка сейчас в интернете, это мэр Киева Владимир Кличко, известный своими многочисленными афоризмами, заявил, что украинцам не стоит расстраиваться по поводу результатов референдума в Голландии, потому что скоро состоится референдум в Нидерландах. Да, действительно не стоит. Спасибо. Сейчас мы это переживем и продолжим наш разговор. Дмитрий Владимирович, сегодня другой украинский политик, который отличает Голландию от Нидерландов, Мустафа Найем, который, по сути, привел 2 года назад Порошенко на Майдан. Да, он на своей странице в социальной сети, он прямо сказал о том, что референдум в Нидерландах это поражение Порошенко. Он несет личную ответственность за этот результат, что 2 года у него было на то, чтобы реализовать там те надежды, которые вручили ему восставшие на Майдане. Но у меня вот какой вопрос. А насколько справедливы эти обвинения? Может быть, это вообще была нерешаемая задача? Ну, давайте трезво. Не, ну почему нерешаемая? Я думаю, что Порошенко и его команда сделали очень много, чтобы референдум состоялся именно так, как мы видим. И, в общем-то, участие Сороса там, между прочим, да, все говорят, он участвовал деньгами в том, чтобы агитировать за Украину. Да нет, он участвовал деньгами в том, чтобы референдум состоялся. И Сорос вложил деньги в то, чтобы привлечь внимание голландцев к самому факту референдума. Еще 2 месяца назад все были уверены, никакого референдума де-факто не будет. Не будет 30% явки. На самом деле Голландия очень неактивная страна. Если вспомним последние парламентские выборы, которые были в 2012 году. Кстати, на парламентских выборах там явка, по-моему, 25%. Вот коллеги из Голландии меня могут поправить. Так она там была тоже чуть-чуть около 30%. Нет, поэтому мы и так впечатлены. Смотрите, не поленились. Почему? Потому что была развернута огромная агитация за то, чтобы на референдум прийти. И в это деньги вложил Сорос, и в этом участвовали украинские лидеры, которые изо всех сил и штанов выпрыгивали, приглашая голландцев к избирательным урнам. Сиди они у себя в Киеве тихо и спокойно, трать Сорос свои деньги в Америке или, не знаю, там, в Галичине или на Харьковщине, никто бы из голландцев бы так активно бы не пошел. Ну, было бы 20% участников, ну, был бы это референдум ознакомительный, ну, хорошо, да, из 20 большинство проголосовало. Я так понимаю, что если бы голландцы не пришли, то напротив, да, их вовлечение, ну, то есть был бы засчитан плюс. Если бы голландцы... Процесс продолжался. Если бы не было 30%, то референдум, как состоявшийся бы, не считался. Это вообще было бы, ну, не публичное действие, не политическое. Результатом бы сочли согласие голландцев на эту самую ассоциацию пресловутую. Референдум не влиял бы на дальнейшее решение правительства и парламента. На самом деле, продолжая эту мысль, надо понимать, что евробюрократия проиграла в первую очередь в результате референдума в Нидерландах. Потому что напоминаю вам, что на самом деле правительства стран, входящих в Евросоюз, подписали соглашение. Мы на самом деле хотим об этом просто поговорить отдельно и уделить этому много времени. Я хочу вот что понять, да, а украинское руководство что сейчас делать-то будет? Да, потому что, да, потери в первую очередь репутационные и внутри страны. Несмотря на то, что Кличко, да, призвал не огорчаться, ну, так сильно. Потерявший голову о волосах не плачут, есть русская поговорка. На самом деле, я думаю, что на сегодняшний день для украинской политической элиты во главе с Порошенко было очевидно, что проект под названием «Евроинтеграция» рушится. Более того, как мне представляется, он со старта был блефом. И мне кажется, то, что мы с вами увидели в ходе голосования в Нидерландах, просто еще раз привлекают внимание к тем нашим предупреждениям, которые звучали. Нашим, я имею в виду, экспертов, как западных, так и российским. Снова обвиняют Москву и Кремль в том, что они повлияли на результаты референдума, да, в том, что результаты были именно такими. Больше того, значит, говорят о том, что вот европейцы испугались, что толпы голодных украинцев, безработных хлынут в Европу и, в частности, в Голландию. Но опять же, у меня вопрос, а что, есть основания предполагать другой сценарий?
что украинцы не за этим хотят в Европу, ассоциация, которая, правда, повторюсь, не предполагает предоставление права на работу, но тем не менее. Конечно. Знаете, я все-таки хотел бы сказать, мне почему-то кажется, что если бы голландцы выбирали голосованием лидера своего чемпионата по футболу, вот какой-то клуб страстей, было бы больше на порядок, во-первых. Во-вторых, конечно, Голландия спасает Украину, и по большому счету, мне представляется, что Порошенко, он, в общем, не дурак, да, и он понимает, что ему спасают лицо, то есть ему не нужно будет бесконечно биться в эту дверь, которая не откроется никогда. У него есть формальный повод объяснить, ну, что ж, так сказать, Россия помешала, не смогла, сбила самолет, Россия объяснила, что сбила не она, а там, ну, голландцы вот такие, значит, глупые ребята, они так поверили России, поэтому нас не пускают, да, поэтому, значит, занимаемся дальше своими делами, ждем голосования в Нидерландах. Это какая-то другая страна. Значит, что касается Украины, де-факто, тоже буквально несколько дней назад мы здесь говорили о том, что это спасительный выход, если Украина не будет вынуждена принимать для себя все решения по поводу экономической части соглашения об ассоциации, это спасет просто их треть населения от вымирания, да, потому что запрет торговли сельскохозяйственной продукцией собственных участков, это для Украины неприемлемое условие, там Но треть населения от этого живет. Судя по всему, люди на Украине не вполне, да, знакомы с последствиями своих немного с чем не знакомы, поэтому об этом они не думают. И сейчас, да, как ни крути, да, но эмоции, я так полагаю, будут захлестывать. Но давайте вернемся к голосованию. Я обещала, что у нас сегодня будет много европейцев, с которыми мы сможем поговорить. У нас на связи Екатерина, которая давно живет в Голландии. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Ходили ли вы на референдум и как голосовали, если можно об этом говорить? Да, я ходила, и ходил мой муж, который также голландец. Мы голосовали против. Почему? Чего испугались? Во-первых, это грозит, как мы в нашем понимании, второй Грецией, которая опять будет подкладывать какие-то документы со всей этой коррупцией. И, во-вторых, это наши деньги, которые мы постоянно тратим, налоги. Это 1/3 зарплаты мы выкладываем в карман государству. А это это какие-то общие страхи. Вообще украинцы знают, где находится Украина. Ой, голландцы знают, где находится Украина. Они что-нибудь об этой стране знают. Ну, так сказать, кроме того, что им успели рассказать и показать во время, да, вот этой пиар-кампании в пользу референдума. Нет, безусловно, знают. Но, во-первых, изначально они, конечно, это сравнивали с постсоветским пространством и Советским Союзом, либо с Россией. Сейчас это отдельная страна. В общем-то, все понимают прекрасно, где это находится, и мы постоянно наблюдаем с начала Майдана то, что происходит на Украине. Как вы считаете, на что повлияет результаты голосования? Их учтут? Правительство их учтет? Сегодня, вот недавно буквально по новостям, наш премьер-министр сказал о том, что да, мы не зря потратили 35 миллионов евро на этот референдум, чтобы не учитывать эти голоса. Да, я вас поняла. Спасибо большое. Мы возвращаемся к нашим уважаемым экспертам. Слушайте, хорошо, Ерун, а у вас есть ответ на вопрос, да? На что в результате повлияет референдум, результаты этого референдума? Ну, во-первых, я очень рад слышать, что, ну, вот, скажем, типичная голландская логика все равно присутствует, да, разве мы тратили 35 миллионов уже, надо что-то делать с результатами этого референдума. Это вот, значит, скажем так, вот торговое скупое мышление. А на самом деле, на что это влияет? Это влияет на то, что опять голландская политическая элита в следующий раз два раза будет думать перед тем, что принимать какие-то решения, подписать какие-то там соглашения. Потому что, на самом деле, вот этот договор по ассоциации с Украиной, он уже давно действует, на самом деле. Это тоже влияет на то, что европейская элита будет озабочена тем, что через 4-5 лет не распалась совсем вообще Европейский Союз. На самом деле, есть вот этот, скажем так, exit, который в Великобритании, да, Brexit, который называется, грозит в июне месяце. Сейчас еще говорят о Nexit, да, нидерландского эксита из Евросоюза. И, в принципе, я думаю, что никто всерьез не считает, что вообще, скажем так, Евросоюз должен рассоединиться. Но все в Европе сейчас понимают, что но вирус поселился. Серьезно относиться к голосу, надо больше
более серьезно относиться к голосу народа. И да. надо озаботиться о том, что то решается в высших кругах, это должно иметь какую-то связь, какое-то соединение с тем, что хочет на самом деле народ. Народ не хотел Украины. Народ прекрасно понял, что не нужен этот договор по ассоциации, чтобы создавать сотрудничество с Украиной. В Евросоюзе уже есть механизм, он называется European Neighborhood Policy, да, политика по соседству с Европой. И как раз в рамках этого механизма Европа может работать с любыми странами. С Марокко, с Украины, с Турции и так вот далее. В этой связи, мы поняли. Вот в этой связи, Евгений Георгиевич, у меня к вам вопрос. Ну, с рынками сбыта, которыми Украина может быть полезна, все понятно. В ближайшие, годы я боюсь, что там покупательная способность населения там расти не будет, скажем так. Но если, например, отставить политику и подумать вот о чем. А роль Украины в европейском разделении труда, скажем так. Чем Украина может быть полезна, адекватно полезна европейскому рынку, европейской промышленности, Европе? Ничем. Она не нужна. С точки зрения экономической, украинская экономика абсолютно не нужна Европе, потому что ей не в чем участвовать, ни в каком разделении труда. Европа вполне достаточно в сельском хозяйстве, свои проблемы есть, проблемы со сбытом. Но на Украине практически нет природных ресурсов, которые нужны были бы в Европе. В данном случае, скорее, Россия естественным образом дополняет европейскую экономику, что и происходило всегда, и где нас пытаются вытеснить с европейских рынков. То есть Украине дать Европе чего-то такого, чего у нее нет, нечего. Украинский рынок для Европы привлекателен и для Соединенных Штатов, но в связи с резким снижением покупательной способности вряд ли там что-то будет покупаться. То есть, скорее будет идти, наоборот, снижение. Поэтому, отвечая на вопрос программы, нужна ли Украина Европе, я отвечу так. Да, Украина нужна Европе как хороший, добрый сосед, как торговый партнер, как нормальная страна, которая сама развивается, торгует, что-то у себя производит, что-то продает. Но Украина не нужна Европе как нахлебник, как страна, в которой процветает коррупция, как страна, в которой ведутся боевые действия против собственного народа, как страна, которая вовлечена в конфликт с своим ближайшим соседом с Россией. Такая Украина Европе не нужна. И голландцы прекрасно разобрались в этой ситуации, несмотря на всю пропаганду. И в данном случае все эти поездки Климкина на велосипеде и там демонстративные, шоу боксера Кличко по Нидерландам, да. Они сработали против. Они сработали наоборот. Если бы они туда не вмешивались, не навязывали свое мнение, голландцы, может быть, были более и нейтральны, потому что они очень толерантны, они расположены. Навязчивая пропаганда, она оттолкнула людей. Да. И это очень хороший признак, что на самом деле европейцы настроены на сотрудничество. И еще один очень важный момент. Это в том числе и итог очень правильной дипломатии России. Когда нас все время, нам же очень сложно, нас призывают русские на Украине, тех, которых подавляет киевское майданное правительство, уничтожает, ведет бои. Они призывают нас войти, помочь войсками. И несмотря на то, что очень хочется этого сделать, мы на это не идем. Мы сочувствуем, мы дипломатически помогаем, мы продовольствием помогаем, но мы не вмешиваемся во внутриукраинский конфликт. И европейцы это оценили. Не несмотря на всю ложь, на пропаганду, которая идет, обвиняющую Россию в военных столкновениях, никогда бы европейцы не проголосовали так. Если бы мы вели там боевые действия, голландцы бы разобрались, и другая ситуация была. Да, спасибо. Евгений, спасибо большое. Для справки, к вопросу о разделении, труда, перед референдумом в Нидерландах рассуждали примерно так. Не то Украину в Евросоюз брать не собирается, но это хорошая торговая сделка. Сегодня Нидерланды поставляют на Украину товаров на 400 миллионов евро, а после вступления в силу соглашения смогут увеличить этот показатель. Замечу, что до Евромайдана голландский экспорт составлял порядка миллиарда евро. Для справки, передаю слово в медиацентр. Они, мне кажется, должны сейчас добавить к
красок в эту палитру, коллеги? Краски такие довольно пестрые, между прочим. Вот если говорить о том, нужна ли Украина Европе, стоит упомянуть о следующем казусе, который недавно произошел. Так вот, Украина и Хорватия заключили контракт на ремонт и поставку самолетов МиГ-21. То есть Украина обязалась отремонтировать несколько самолетов хорватских ВВС и продать еще 5 новых, только что сделанных из старых запчастей. Так вот, казалось, что после того, как самолеты были переданы в Загреб, да, они не летали. 3 самолета только поднялись в небо, остальные так и не смогли это сделать. Инна, ну, хорватская полиция провела расследование и выяснили, что вместо боевых самолетов украинцы отправили заказчику набор деталей со всего света. Криминалисты всерьез полагают, что фюзеляж самолетов из Болгарии, а крылья из Алжира. Они не проверили, я прошу прощения, самолеты летают? Самолеты даже не летели к заказчику, а их везли на грузовиках, да, как это было сказано? Оправдание было такое, что на Украине идут боевые действия, поэтому хорватские пилоты не могут проверить самолет в небе, да, поэтому проверяйте лучше у себя. При этом украинцы утверждали, что самолеты исправные, а ответ Хорватии был, конечно, исправный, просто они не летают. Не верю, что хорваты такие легковерные, так сказать, специалисты, да, которые просто готовы на веру принять такой аргумент. Почему вам не покажем? Может быть, был какой-то способ, как это было возможно убедить? Способы всегда одинаковые. Небольшой продолговатый конверт из одного пиджака в другой. К сожалению, для большинства европейцев Украина остается, знаете, такой терра инкогнито, которой известно, что там, не знаю, красивые девушки, много экономических проблем, гражданская война, политически активные националисты. Поэтому вопрос, готова ли Европа мириться с украинским фашизмом? Об этом мы поговорим сразу после рекламы. В эфире «Открытая студия» мы обсуждаем сегодня будущее Украины в контексте итогов голландского референдума. Смотрите, 2 года назад Майдан начался, потому что Янукович как раз, да, не подписал евроинтеграцию. Да, и сейчас многие почувствовали себя обманутыми то ли собственными политиками, то ли европейскими, да, потому что некоторые усматривают в этом такую многоходовку. Взяли, воспользовались и решили какую-то свою проблему. Вопрос, как поведут себя люди? Новый Майдан насколько возможен? Давайте попробую пофантазировать. Мне кажется, что пока нет. Для того, чтобы произошел новый Майдан, нужны не только движущие силы, но и сценаристы, и финансисты данного Майдана. И, конечно, сам по себе Майдан сейчас не возникает. Сейчас в Голландии силы будут брошены внутри страны, силы не будут брошены, потому что, ну, кто в Голландии сценировал данный референдум, да? Ну, конечно же, таких игроков, которые были в свое время, там, 2 года назад в Киеве, там не было. И если, конечно же, Сорос решал вопросы свои, стараясь, а много лет он это пытается сделать, вбить клин внутри Евросоюза, попытаться его развалить теми или иными способами, поиграть на акциях, еврооблигациях, там, на еще чем-то. И в этом он мастер, это он может сделать. В этом отношении оба результата этого референдума его устраивали. То, что получили, это его правильная игра. Так вот, таких игроков, которые бы сейчас приехали в Киев и начинали бы там новый Майдан, не существует. За этим нет ресурсов, за этим нету сценария, за этим нету организационных структур. Народная воля, да, раздражение, ну, в общем, разочарование, это пока, ну, такое серьезное. Ну, это хорошие слова, сильные, да, но выливается это в лучшем случае в какие-то акции в небольших городах и столкновения с полицией. Это не Майдан. Очень простой вопрос. А как будут развиваться сепаратистские настроения? Потому что, да, то, что они набирают обороты и в западной части страны, да, это уже ни для кого не секрет. Там огромное количество людей просто имеют эти карты поляка, да, и, в общем, вот уже просто перестают быть украинцами. Смотрите, Украина, которая, каковой она была к моменту государственного переворота, она была ценным призом, да, сейчас уже перестала им быть. По сути, Сорос тоже инструмент, и потраченные 5 миллиардов долларов должны были сделать из Украины общий американо-европейский трофей, где Америка берет себе все политические дивиденды, она получает себе кипящий котел антироссийский прямо на границах с Россией. И этого достаточно. А Европе дают морковку перед мордой осла, говоря, что вот вам рынок, он вроде бы еще достаточно емкий, вы можете продавать туда свои товары. Для этого Евроассоциация, потому что, естественно, то, что может продать Украина в Европу, это совершенно не конкурентоспособно. То есть ее просто давали на растерзание. Почему вы приводили совершенно справедливую статистику по голландским успехам? Да.
товарооборота на Украине. Значит, перспективы какой-то консолидирующей сейчас силы, чтобы собрать новый Майдан, ее не видно. Единственной такой возможностью будет усиление репрессий украинского государства против своего народа через экономические инструменты. Да? То есть повышение налоговых обременений, выбивание долгов из должников, повышение платы ЖКХ и в том числе, значит, ну, слава богу, от этого они ушли, реализация вот этих вот европейских соглашений. Ну, этого фактора не будет. И еще важный момент, я просто хотел бы отметить, что сейчас для внешних западных наблюдателей, каков бы сценарий на Украине ни продолжался, он уже не является столь значимым, каким он казался два года назад. Украина уже не та, это уже как бы, ну, раздербаненный приз, да, там уже ничего особенного делить. Но, да. Это все почва, на которую могут сыграть. Вот если появятся там центры силы, которые смогут воспользоваться недовольством, смогут воспользоваться плохим экономическим положением, провалом нынешней олигархии, управляющей Украиной, то вот эти центры силы на массовых протестах могут организовать новый Майдан. Но пока этих сил нету. Нет ни пророссийских сил, которые могли бы перевернуть ситуацию, нет сил про Януковича, которые могли бы это сделать, и уже нету проевропейских сил, которые могли бы новых лет туда перевести игроков. Но есть националистические силы, которые, между прочим, являются движущей силой вот этих самых сепаратистских настроений, в том числе на западе Украины. Ерун, у меня к вам вопрос. А как вообще, насколько в Европе терпимы, ну, к украинскому фашизму, который, в общем, рукопожатен, да, ну, на фоне, правда, того, что в самой Европе националисты, ну, в общем, чувствуют себя довольно вольготно, несмотря на жесткие законы? Ну, националисты и фашисты — это два разные вещи, конечно. Естественно, то, что было видно во время и после Майдана, и то, что было видно в украинском парламенте, конечно, это не радовало никакому европейцу. Поэтому, конечно, это не воспринимается, вот этот, скажем так, действительно, вот этот фашизм. Но тоже не забывайте, что игра еще не сыграна. На самом деле, в Голландии вот этот референдум, это, опять я повторяю, это не насколько имеет отношение к Украине. Этот референдум — это всего лишь начало много разных референдумов, которые будут организованы относительно европейской политики. Так же, как для Украины, игра еще не сыгранная, потому что на самом деле то, что никто не говорит, это то, что, потому что говорят про какие-то эфемерные интересы Европы и Соединенные Штаты на Украине, на самом деле они не эфемерные. Там есть шланцевый газ, шланцевый нефть, это очень конкретный интерес. Там есть огромный аграрный потенциал на Украине. Есть такая организация огромная, как Monsanto, которые заинтересованы развивать свои генетически модифицированные биотехнологии на Украине. И есть компания Shell, которая заинтересована в нефтедобыче, ну, в использовании ресурсов шланцевого нефти и шланцевого газа. Я не думаю, что вот эти организации, эти интересы, они просто вот так испаряются сейчас. Поэтому игра вполне может продолжаться, и какие-то ресурсы для опять какие-то изменения и развития внутри Украины, они вполне могут находиться в ближайшей будущей. Но то, что факт, это то, что в принципе, если Европа смотрела на Украину как потенциальную невесту, с которой хочет танцевать на бале, Европа поняла, что невеста на самом деле пришла на бал в какой-то кофте непонятной и в порванные джинсы и не в бальной платье. И, в принципе, европейский интерес к этой украинской невесте уже, в принципе, точно испарился. Знаете, я вам так скажу, если любишь... Да, неважно, насколько порваны джинсы. Но с нами на связи депутат Европейского парламента Татьяна Жданок. Здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как вы оцениваете результаты референдума? Я думаю, что их очень интересно анализировать. Их очень интересно сопоставлять с весом той или иной политической партии в Нидерландах. И неправильно, я даже удивилась, что Евроньюз сегодня интерпретировали референдум как исключительно затею Вилдерса. Ведь там есть одна партия, входящая в правящую коалицию, рабочая партия, это левая партия, агитирующая за «нет».
и социалистическая партия, имеющая значительное представительство в парламенте, больше, чем у Вилдерса, и агитировавшая за нет. И мне кажется, что здесь определенную роль тоже сыграло предыдущее расширение Евросоюза. Я ведь представляю как раз страну, присоединившуюся в 2004 году, Латвию. И поначалу Евросоюз от этого присоединения, более того, еще с 1995 года, с членства именно ассоциированного, которое сейчас обсуждается для Украины. Так вот, мы потеряли свою промышленность, сельское хозяйство, а Запад выиграл. Но это было поначалу. Поначалу старая Европа от присоединения новых стран имела плюсы. Но потом пошли минусы в виде людей. Вот говорят о миллионе беженцев, только наша Латвия миллион населения потеряла. Вместо 3 миллионов у нас сейчас меньше 2. И основная часть, и работоспособная, наиболее активная, передвинулась вот в этот самый Запад. И то же самое, это только из Латвии. А сколько из Польши, сколько из Болгарии, Румынии, из Литвы. И, конечно же, западноевропейцы начали уже минусы. Скажите, пожалуйста, как можно прокомментировать результаты референдума, знаете, вот, с позиции концепции политики евроскептиков, так называемых? Что это меняет, если меняет? Я бы не хотела комментировать позиции евроскептиков, потому что к ним не отношусь. А вот как раз меня больше интересует позиция моей политической группы, в частности, находящейся на левоцентристском фланге. Я не зря упомянула социалистов, рабочую партию Нидерландов, но там есть еще такая неопределенная позиция зеленых. А я вхожу как раз в группу «Зеленый Европейский Свободный Альянс». И очень интересно, вчера при обсуждении высказал депутат от Зеленой партии Европарламента, мой коллега, такое сравнение, что Украина для Евросоюза – это то же самое, что Евросоюз для Америки в плане вот этого нового проекта трансатлантического партнерства. То есть Соединенные Штаты устанавливают тем самым над Евросоюзом свой патронаж, используют экономически, и мы, в частности, вот весь левоцентристский фланг против этого уже давно идет кампания, это так называемый TTIP, трансатлантическое торговое инвестиционное партнерство. Вот точно так же эти партии с той же позиции говорят, что Украину, то есть фактически они выражают солидарность с Украиной, им жалко Украину за то, что ее вот так вот поиметь хотят безобразным образом. Ну да, собственно, на жалости они и давили всю дорогу. Спасибо вам огромное, что нашли время принять участие в нашей программе. Спасибо большое. Я бы хотела сейчас передать слово в медиацентр, потому что у коллег есть информация о том, как реагируют другие страны Евросоюза на, так сказать, потенциальное включение в свой состав Украины. Коллеги. Ну, как известно, есть и еврооптимисты, есть евроскептики, да, вот они высказываются, тоже у нас в программе принимают участие, к счастью. Так вот, есть еще еврореалисты. Вот мы сегодня вспоминали господина Юнкера, это главу Еврокомиссии. Так вот, я вот полную цитату приведу его, которую он произнес недавно на совещании в Гааге. Нынешнее поколение украинцев в составе Евросоюза жить не будет. То же самое касается членства в НАТО. Рассуждая перспективу, господин Юнкер заявил, что Украина, возможно, и присоединится к ЕС и НАТО, но не раньше, чем через 20-25 лет. Вот, по мнению главы Еврокомиссии, ЕС сейчас нуждается в длинной паузе, которая будет предшествовать решению вопроса о присоединении новых членов. Да, именно. Ну, вообще-то в Евросоюзе есть довольно сплоченная группа стран, которая даже при обсуждении этого предполагаемого договора об ассоциациях выступает категорически против любого упоминания в документе о членстве Украины в Евросоюзе. И это Франция, Германия, Голландия, Бельгия и Австрия. Они всегда отказывались от каких-либо обещаний Украины. Украине будущего. И буквально на днях об этом сообщил французский дипломат Пьер Вермон. Ну и как мы понимаем, что в данном случае речь идет о тех странах, членах Евросоюза, к мнению которых как раз всегда прислушиваются. Да, спасибо большое. Евгений Георгиевич, уже упомянутый здесь Джордж Сорос, кстати, высказал такое неожиданное осуждение, что без участия России, без помощи России, Европу ждет распад. А как Россия может помочь Европе? У вас есть решение?
ответ на этот вопрос? Россия является естественным экономическим и политическим партнером Европы. Мы прекрасно существовали и во времена послевоенные Советского Союза, и после распада Советского Союза у нас торговля все время увеличилась, и были какие-то временные бывали проблемы, но в целом мы очень успешно сотрудничали. И единственная серьезная проблема за это время возникшая, это вот этот конфликт на Украине, это приход майданной власти, который ударила и по России, и по Украине, и по Европе. Я бы хотел, знаете, что очень важное сказать, чтобы успеть. Вот этот результат референдума, это в первую очередь, конечно, удар по киевскому правительству, которое пришло к власти обещаниями скорейшего вхождения в Европу. Второе, это удар по американским политтехнологам и европейским политтехнологам, которые вот этими пряниками, зазывалами работали для Украины. В ситуацию они все это взбаламутили, оторвали Украину от России, создали конфликт, но и в Европу не привели. Но это еще удар, знаете, неожиданный. Это удар по русским на Украине. Знаете, объясню почему. Сейчас украинское правительство находится в жесточайшем кризисе. И вы правильно говорили о том, что единственная сила, которая способна на какие-то действия, это крайние националисты фашистского толка, это разные эти бандитские формирования, которые воюют, проводят карательные операции на Донбассе. Они сейчас потребуют от Киева потребуют ответа. Они потребуют деньги, они потребуют какие-то результаты всей политики, а результаты все провальные. Для того, чтобы эти люди не пошли на Запад, не пошли в Киев, они будут направляться на Восток. Поэтому я думаю, что сейчас нам следует ожидать самых тяжелых, серьезных провокаций против населения Донбасса, против повстанцев, которые там находятся. И очень бы сейчас нужны мощнейшие дипломатические усилия России для того, чтобы через Запад надавить на киевское правительство, чтобы оно не пошло на серьезное обострение ситуации в Донецке для выполнения Минских соглашений. Иначе, если пойдет уже серьезное, очень жесткое истребление населения на востоке Украины, я сомневаюсь, что Россия сможет остаться в стороне. А это может привести к тяжелейшим последствиям во всем мире. Я вас спасибо большое, Станислав Геннадьевич. Но вот и то, о чем сейчас говорил Евгений Георгиевич, и все то, что происходило до референдума, говорит о том, что вообще репутацию Украины погубили. Да? Особенно в глазах европейцев ее просто не существует. Даже это чудовищная история с Боингом, да, которую пытались привязать к России, да, в итоге вылилось в то, что там европейцы, голландцы говорят, ну хорошо, Украина не закрыла небо для того, чтобы обеспечить там прикрытие, там коридоры воздушные для своих воздушных военных самолетов. Да, это окончательная ситуация. Что Украине сейчас нужно будет сделать, да, а главное, сколько на это есть времени, чтобы свою репутацию как-то восстановить? Возможно это? Вы верно заметили, что 2 года назад во многом европейское общественное мнение сменило свои ориентиры от симпатии к России к иным настроениям. И вот мне кажется, то, что сегодня произошло в Нидерландах, это как раз обратный отсчет. За эти 2 года все больше и больше людей в Европейском Союзе, включая и простое население, и элиты, и политиков, понимают, что на самом деле то, что сегодня происходит на Украине, это не европейский проект. И более того, это заставляет еще раз, я обращаю внимание, что сказал наш голландский коллега, вернуться к тому, что называется здоровый европейский прагматизм. И вот сегодня Нидерланды как раз его продемонстрировали. Я думаю, что все больше и больше стран в Европе будут задумываться об этом здоровом прагматизме и тем самым возвращать свой суверенитет. Да, я продолжаю эту мысль. Действительно, сейчас европейцы не считают, что Украина – это Европа. И да, действительно, похожие результаты референдума – это протестное голосование против самого проекта Евросоюза. Об этом подробно сразу после рекламы.
В эфире «Открытая студия». Мы сегодня говорим о будущем Украины, о ее репутации, кажется, погубленной в глазах европейцев. Основную ставку пиарщики Украины в Европе, согласитесь, сделали на жалость. Да, европейцам предлагалось обнять и пожалеть Украину. О том, как Петр Алексеевич делал это, напомнит Юлия Сифиринкина. Он, кажется, с самого начала выбрал такой простой и человечный способ соблазнения Европы. Нежное объятие сватающейся невесты. На Западе как будто и не возражали вовсе. Улыбались, хлопали по плечу и даже нежно держали за руку. Со стороны казалось, что на глазах у изумленной публики завязывался настоящий роман. И доверчивая невеста сразу решила, заветное предложение уже у нее в кармане. Мы обещаем, что наши граждане уже в 2015 году будут ездить в Европу без виз. Совсем скоро простое человеческое обаяние сменилось показательными выступлениями. Ведь должны же невесту увидеть во всей красе. Вот Петр Порошенко с паспортами якобы российских военных, посягнувших на честь Украины. А вот с выпиленным куском простреленного борта автобуса. И все ради того, чтобы доказать европейской публике, Россия – агрессор, враг и злобный сосед, который покушается на незалежную, а ее бедную надо любить, привечать и подкармливать. На Западе поначалу утопали в слезах и овациях. Мы должны верить в Украину. Мы боремся за мир. Я президент мира. Чтобы обольстить Европу, в ход шли и лесть, и откровенное вранье. Коррупции на Украине больше нет, хвастался Порошенко перед камерами. Если в безвизовом забеге мы выдержали долгий 7-летний марафон, то в деле борьбы с коррупцией и запуском абсолютно новой антикоррупционной системы Украины это был настоящий спринт. Но совсем скоро в Европе все-таки задумались, а правильный ли это выбор. Да и как тут не насторожиться, когда невеста становится уж слишком назойливой. Есть перспектива, и очень реальная, что украинский язык станет официальным языком Евросоюза. Как только перспектива счастливой семейной жизни Европы и Украины стала почти осязаемой, сценарий этого романа свернул в какое-то совсем уж нелепое русло. Главный друг незалежный Жан-Клод Юнкер, который так охотно шел на контакт, вдруг огорошил признанием. Украина без сомнений не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет. Это же касается членства в НАТО. Евросоюзу требуется длинная пауза, прежде чем брать новые государства. После этого амбициозный тон отвергнутой невесты вдруг сменился заискивающим. Петр Порошенко от растерянности все чаще стал попадать в нелепые ситуации. Вот он на климатическом саммите, словно дирижер хора, поджидающий солиста. Но солист почему-то его и не замечает. А вот как провинившийся мальчик ждет на ковре Ангелу Меркель, которая, кажется, и позабыла о его визите. Как-то мгновенно плохо стало у Порошенко и его коллег и с Геральдикой. На международных встречах они то и дело пытаются встать к флагу Евросоюза, позабыв о собственных желто-синих цветах. От расстройства отвергнутая невеста даже перестала следить за собственным внешним видом. Мятый костюм на встрече с Обамой уже почти никого и не удивил. Так страстно начинавшийся роман вдруг оказался двусторонним блефом. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Вот сейчас как раз та ситуация, когда обе стороны, которые обманывали, и руководство Европейского Союза и НАТО, и нынешнее руководство Украины, они все-таки вынуждены признать, обман выплыл на поверхность. Но восточная невеста, похоже, решила и дальше строить хорошую мину при плохой игре. А может, просто еще не поняла? Ее окончательно отвергли. Хотя капризную женщину разве так просто остановишь? Мы не свернем с пути евроинтеграции. Украину, как и свободу, не остановить. Наблюдать за этим, конечно, не очень ловко, но у меня очень простой вопрос. Я жду очень короткого ответа. А почему не сработала таки антироссийская и проукраинская пропаганда? Да? Что помешало? Евгений Георгиевич, у вас есть ответ? Да, конечно. Здравый смысл голландцев, в первую очередь. Потому что они очень прагматичные и не будут просто так деньги тратить. Ну и вот это очень хорошо было сказано, что им не нужна вторая Греция. Но я думаю, что они, даже не зная, насколько они отличаются, люди побоялись второй Греции. А ведь Украина – это не Греция. Там проблемы в десятки раз больше. И если сравнить тот пакет помощи, который дали Греции с 10-миллионным населением,
населением, с развитой инфраструктурой, которая давно уже входит в ЕС, а туда потратили уже что-то, по-моему, полтриллиона долларов в общей сложности, и конца и края не видно, то давайте представим, сколько нужно будет денег Украины, которая в 4,5 раза больше по населению, то есть, скажем, это вообще какие-то немыслимые деньги нужны, и проблем-то там гораздо больше. Да, ну понятно. Поэтому здравый смысл голландский. Да, понятно, здравый смысл и практичность. Ну и вот это вот, конечно, та самая антипропаганда, которой занималось правительство, оно даже у голландцев вызывает антипатию, хоть на велосипеде, хоть без велосипеда, хочу напомнить, что практично и прагматично оказались не только голландцы, но, во-первых, да, Евросоюз с замиранием сердца ждет, как проголосуют англичане за выход из проекта Евросоюза, это раз. А во-вторых, практично, в общем, и финны. С нами на связи Йохан Бекман, известный правозащитник, общественный деятель финский. Здравствуйте, вы нас слышите? Да-да, здравствуйте. Йохан, да, добрый день. Скажите, пожалуйста, а насколько в Финляндии вообще сильны настроения, связанные с выходом из ЕС, насколько это активно обсуждают? Ну, это сейчас актуальная проблема, конечно. У нас давно обсуждают именно выхода из еврозоны. И то есть это сейчас, кажется, приоритет в этих антиевропейских дискуссиях. У нас в Финляндии создана сейчас, или сейчас создается новую партию, называется это «Гражданская партия». Это очень популярное движение сейчас. И у них главная цель – это именно выход из еврозоны. А как Финляндия отреагировали, кстати, на результаты голландского референдума? Потеряли связь. Я надеюсь, что Йохан к нам еще вернется. Но мы сейчас переносимся в Париж. В Париж. Йохан? Да-да, слышно. Да-да-да. Замечательно. Как отреагировали в Финляндии на результаты голландского референдума? Вы знаете, во-первых, Порошенко должен был приехать к нам на следующей неделе. И Порошенко отменил свой визит. То есть президент Украины отменил свой визит в Финляндии и Швеции. То есть он должен был появиться в Хельсинки через несколько дней и через неделю. Но в результате вот наши СМИ об этом ни слова не пишут. То есть финские СМИ не пишут о том, что Порошенко отменил свой визит в Хельсинки. И также про Голландию очень мало пишут. И пишут в таком тоне, что это ничего не значит, это не важно, это не актуально, это какая-то была провокация, проба и так далее. То есть об этом очень такая нет дискуссии. А почему? Чтобы не подогревать настроение внутри самой Финляндии? Конечно, конечно. У нас же сейчас наши СМИ очень антироссийски настроены, они очень проевропейски настроены, конечно. И даже вот наши вооруженные силы считают, что сохранение единства Евросоюза – это приоритет и задача также в средствах массовой информации. Поэтому, естественно, СМИ в Финляндии молчат. Они молчат, то есть здесь никакой нормальной дискуссии о том, что на самом деле происходит в Европе, какие есть новые движения, какие есть референдумы, какие есть новые гражданские инициативы и так далее. То есть это, ну, это естественно обсуждается в социальных СМИ, конечно. Но наши главные СМИ молчат. А что касается настроений, да, что нет отчетливого понимания, что Финляндия получает в результате своего членства в ЕС, да, это недостаточные аргументы? Ну, вы знаете, у нас уже давно идет достаточно серьезная дискуссия по поводу именно выхода с евро, выхода из еврозоны, то есть из евровалюты и вернуться в марку, финскую марку, вернуть финскую марку. То есть это главная дискуссия. А то, что вы выходите из Евросоюза, это другое. То есть мы сможем, мы имеем право выходить из евровалюты. Даже эксперты сейчас обсуждают, как это практически можно сделать, как это влияет на жизнь людей и так далее, и так далее. То есть это сейчас такой вариант, даже вероятный вариант. То есть это, я думаю, что вероятность то, что Финляндия уходит из еврозоны в течение следующих 5 лет, это, я думаю, что это до 80%. Я вас понял. Спасибо огромное, что нашли возможным принять участие в нашей программе. И, как я уже говорила, переносимся в Париж. С нами на связи житель Парижа Андрей Москаленко. Он находится на площади Республики, где сейчас забастовка против руководства страны. Алексей, два слова, пожалуйста. Что происходит, да, и что люди говорят, в частности, о голландском референдуме?
У меня немного звук западает. Я надеюсь, что вы меня будете слышать. Я не знаю. Да, здравствуйте всем. Мы сейчас находимся на площади Республики. И вы знаете, что прошли здесь забастовки. И прошлой неделе я могу ответить от себя. Я начну с того, что Париж, к сожалению, это не тот Париж, в который я приехал 16 лет назад. И я думаю, что это нормально, когда меняется жизнь, и нужно, есть эволюционный процесс в любом случае, и многие страны в Европе уже поддержали, конечно, сделали референдумы, вот эти вот рабочие, но Франция, дело в том, что она так построена, что даже еще некоторые законы существуют со времен Наполеона, и сам закон в Конституции говорит, что законы менять нельзя, поэтому люди и выходят протестовать, но такие, например, свободные протесты, как устраивают профсоюзы во Франции, они даже защищаются законом, и их согласовывают с мэрией Парижа, и их даже защищает полиция. Но дело в том, что это служит тоже и приманкой для безобразий, которые происходят, потому что приезжают люди, я даже не знаю, если они парижане на самом деле. Я правильно понимаю, что людей раздражает сосредоточенность правительства на внешних проблемах, внешнеполитических, а не на внутренних? В этом главная проблема? Главная проблема, на самом деле, во Франции в том, что даже вот национальная французская поговорка «каждый сам за себя», люди не хотят понять правительство, что это необходимо сейчас что-то поменять для того, чтобы они не думают о будущем их страны, они не думают, в какой стране будут жить их дети, им невыгодно то, что им добавляют один час рабочий, чтобы они перерабатывали, поэтому они борются за свои права. Но если правительство принимает такие законы, значит, оно знает, зачем принимают такие законы, я так думаю. А как относится к Украине, к украинской проблеме? Она вообще обсуждается в обществе? Дело в том, что здесь, насколько я понимаю, нет, мы не обсуждаем. У нас, я думаю, что во Франции своих проблем достаточно именно с этим, поэтому это, не, конечно, не главная новость. И вы знаете, если честно, я не слышу об Украине ничего. Об этом не говорят. Об этом не говорят. Такое ощущение, что проблемы и нету на самом деле. Вот данная проблема с этими референдумами, которые происходят, это обсуждают. Но и для нас настолько уже привычный стал звук полицейские сирены после 13 ноября, что я думаю, что люди больше о себе беспокоятся. Понятно, это перекрывает все возможные внешнеполитические интриги. Спасибо вам огромное, Алексей, спасибо, что присоединились к нашему разговору. Евгений Георгиевич, вы как-то вот ярко реагировали. Жалко же Украину-то. У них ощущение, что, все за них переживают. А на самом деле даже не думают о них. Вообще обманули и бросили, между прочим. Совершенно верно. Это то, о чем мы и говорили. Для нас Украина – это часть нашего, вообще-то часть единой страны. Вот что бы ни говорили, или часть единого пространства, пусть это мы разные страны. Но в каждой семье, наверное, есть украинец, или бабушка украинка, или еще кто-то, или друг украинец и так далее. Русский украинец никогда нигде не разделялись. Мы не можем внешне отличить друг друга, мы не можем по языку отличить друг друга. У нас экономики создавались какие в едином государстве, это не 10 лет и не 20, это сотни лет. Вообще, когда возникала экономика в Юзовке, этом нынешнем Донецке, там, кстати, англичане работали тогда, начинали, там англичанин начинал в Юзовке-то. Но это все было единое пространство, для нас непонятно. Поэтому, когда нам говорят, что вы обсуждаете то, что на Украине происходит? Ну, для нас это наше родное. У меня соседи, друзья, у меня дети украинцы, наполовину, жена украинка. Я не понимаю, я еду часто в Киев, в Харьков, поэтому так и больно. А то, что во Франции... Вот мы понимаем, они говорят, а что это там Украина? Для них это вообще непонятно, что такое Украина. У них есть свои проблемы, там зарплата, терроризм, еще что-то, налоги. Зачем им это еще Украина со своими проблемами, с проблемами спасибо. России? Да, им спасибо, спасибо большое. Нужно. Да, Украина оказалась замешана в клубок внутренних европейских проблем, который нарастает с каждым днем. О том... Удастся ли ей справиться с этим, удастся ли ей вырваться из него, или она спровоцирует какие-то более глобальные процессы. Поговорим сразу после рекламы, не переключайтесь.
Мы сегодня говорим об итогах голландского референдума по Украине, о будущем самой Украины, о том, что Украина может стать таким поводом, причиной для, в общем, по сути, распада Евросоюза. Обращаюсь сейчас в медиацентр. Коллеги, что говорили, писали наши зрители в течение программы? Зрители писали очень много. Ну вот мне позвонили мои знакомые, рассказали о том, что происходило в Праге. Как в Праге Украина голосовала за то, чтобы ее приняли в Евросоюз или ассоциировали с Евросоюзом. Так вот, с лета 2014 года прямо на Староместской площади, в самом сердце столицы Чехии, был развернут маленький Пражский Майдан, как его там называли. Так вот, как сами пражане называли вот это мероприятие, это был цирк на колесиках, постоянные митинги. К сожалению, постоянная грязь и постоянное оскорбление в адрес России и так далее. И вот люди, которые живут в городе, городе Прага, которые приходили туда из любопытства посмотреть, задались вопросом, а так ли надо подавать Украину в Европу? Так ли надо агитировать за свою страну, если люди видят, что агитируют хамы и... те люди, которые скатываются до самых низких и подлых оскорблений. Да. Инна, ну и, конечно, телефон сегодня в медиацентре не умолкал. Очень много звонков, разные мнения. И я просто хочу предоставить зрителям теперь возможность высказаться. Давайте слушать. Петр Первый прорубил окно в Европу. А Порошенко тоже Петр. Никак у него не получается. Украине предложить Европе нечего. Этот референдум отражает кризис в Европейском Союзе. Очередной псевдокозырь в руках Порошенко с этой ассоциацией. То есть очередной обман. Украину нельзя отдавать и сотворить с нею, как с Югославией. Украина Европе не нужна. Она, ну, как сирота. Каждый старается ее обобрать. Зачем ей это Европе, воюющая страна, которая не может у себя же разобраться? Не получится в Евросоюз, тогда они будут проситься у американцев быть их 51-м штатом. Да, спасибо большое. Я хотела бы, чтобы сейчас вы взяли в руки пульт и проголосовали, ответив на вопрос. Как вам кажется, у Украины еще остались надежды на ассоциацию с ЕС? Пока вы отвечаете, да или нет, мы выходим на связь с Амстердамом, с нашей собеседницей Еленой. Здравствуйте, слышите ли вы нас, Елена? Да, здравствуйте. Добрый день. Елена, скажите, пожалуйста, а если правительство Нидерландов все-таки не учтет волеизъявление народа, да, что вы будете делать? Скажите мне, пожалуйста. Вы к этому отнесетесь как к рядовому событию? Вы это проглотите? Или возможны протесты? Я думаю, что никто... Уже в 2005 году был такой же референдум. Это был первый референдум, где результаты были игнорированы. Я думаю, что второй раз население просто не потерпит. Ну, это был знак, услышьте нас. Если это будет игнорировано, то я думаю, что произойдет что-то, что обратит больше внимания кабинета на голос населения. Да, я вас поняла. Спасибо большое, что приняли участие в нашем разговоре. Слушайте, все-таки, если возвращаясь к теме, да, Украина такой провокатор, да, или драйвер для разрушительных внутриевропейских процессов. Насколько этот драйвер силен сейчас? Насколько его будут использовать как повод? Драйвер слаб. Значит, я хотел бы вернуться к тематике репутации Украины. Это, на мой взгляд, важная тема. Вы говорили о том, что репутация утрачена. Я не совсем с этим согласен. У Украины никогда не было позитивных репутационных качеств, присущих ей от природы. До государственного переворота она была известна Европе как государство-шантажист и надежный торговый партнер, который все время блокирует поставки газа в Европу. Это очень странная репутация. Красиво, между прочим. Вся ее репутация сложилась после госпереворота только на основе того, что эту Украину обижает большая и злобная Россия. Это не позитивный образ, это просто образ некой жертвы. Да? Но если эту жертву внимательно посмотреть, то многим людям не глупым сразу хочется наказать ее самостоятельно. Второй важный момент, адресуясь к голландскому эксперту, который
по сути, подтвердил мысль Юнкера о том, что 20-25 лет в перспективе, ну, как у Хаджина Средина, может быть, когда-то мы вернемся к Украине. Ресурсы, которыми обладает эта страна, земля, сланцевый газ, это все отдаленная теперь перспектива. Вот после 2014 года это стало отдаленной перспективой. Сын Байдена приезжал и пытался понять, значит, да, может ли он заняться разработкой сланцевого газа на Донбассе, быстро понял, что скорее ему нужно выиграть там несколько танковых сражений. И оказался к этому не готов. И уехал. И ближайшие 20 лет Украина не представляет из себя интереса даже с точки зрения инвестиций в ресурсную часть экономики. Так что, как фактор раздражитель для Европы, она как сейчас... Плохой, как плохой пример, скорее. Она слаба, она не пример, на нее мало смотрят, и для Европы она сейчас занимает малозначительную позицию. Но она расколола мнение, между прочим, стран Евросоюза. Ну, заметьте, да, практически никто этого раскола не заметил, кроме самих голландцев, и для тех-то это было больше, так сказать, школьной олимпиадой, чем каким-то серьезным выбором. Ну, подождите, да? Возможно, после 12 апреля этом, что, да? Что-то изменится. Вы поймите, что ключевая эта игра и Сорос, здесь же были упомянуты два ключевых, значит, да, вот конца, которые между собой всегда связаны. Сорос и трансатлантическое экономическое сотрудничество. Основная игра идет не в том плане, чтобы сделать из Украины, значит, приятную жертву для Европы. Это уже пройденный этап. Игра идет, чтобы Европа стала рынком для США, таким тотальным, значит, полностью подчиненным, и его будут выгребать до дна. Для этого любой фетиш вокруг, включая украинские проблемы, весь этот... Я все аргументы в пользу Украины пытаюсь найти, а вы всех на ноль умножаете. Ее уже съели, его аргументов уже нет, уже скелет. Да, сколько можно эту руку? Давайте подведем итоги голосования. Я хочу посмотреть, как отреагировали на вопрос, ответили на вопрос наши уважаемые участники. Ну, это пессимистично как-то относятся они к этой перспективе. Я тогда очень прошу сейчас наших уважаемых экспертов ответить на тот же самый вопрос, да, и, может быть, объяснить, там, почему вы ответили «да» или «нет». Итак, остались ли у Украины надежды на ассоциацию с Евросоюзом? Я ответил «да», надежда умирает последней. И все, что я сказал перед этим, объясняет. Просто не сейчас. Она просто малозначима. Я надежда поняла. Есть. Я боюсь, что да, это как раз все эксперты ответили, я тоже сказал да. И я хочу вспомнить историю с Европейской Конституцией. Ее тоже сначала провалили на таких же референдумах в двух странах, но после этого ее чуть-чуть изменили, никто ее не читал, перестали называть Конституцией, был подписан Лиссабонский договор. Поэтому евробюрократия имеет достаточно много механизмов для того, чтобы составить новые документы, переделать их, еще раз запустить и вернуться к рассмотрению того же самого, но под другим соусом. Мы имеем дело с хорошо отлаженной машиной, которая все эти крючкотворные действия умеет и хорошо применяет. Поэтому я думаю, что какие-то шансы есть, возможности есть. Вопрос, опять же, в тех элитах, которые будут это реализовывать. А вот как раз с этой точки зрения голландский референдум очень важен. Это факт того, что нынешние европейские элиты начинают проигрывать. Приход контр-элит к власти в Европе поставит, без сомнения, крест на всех нынешних поползновениях. Станислав Германович. Я вот эту мысль, Дима, продолжу, потому что на самом деле, как мне представляется, вот все, что мы сегодня видим вокруг Украины и Европейского Союза, говорит, что есть несколько моментов, которые мы должны не забывать. Первое, Европейский Союз берет большую паузу, не случайно Юнкер говорит, там 20-25 лет, тот срок, когда можно вернуться к вопросу о взаимоотношении по-настоящему Украины и Европейского Союза, потому что это время, необходимое Европейскому Союзу для того, чтобы разобраться с теми проблемами, которые есть внутри Европейского Союза. Вот это расширительное толкование большой Европы привело к тем внутренним проблемам, которые заставляют Евросоюз заниматься своими проблемами. Поэтому чужие там не нужны. Это первая проблема. И вторая, собственно, сама Украина. Я думаю, что два года срок небольшой с точки зрения истории, но огромный для судеб украинцев. Их жалко. Да. Конкретных людей, часть из которых уже просто нет в живых. Ерн, что вы скажете? Ну, я считаю, что на самом деле не надо забывать, что договор по ассоциации уже подписан и уже действует с начала этого года. И я думаю, что будут какие-то поправки по просьбе голландского правительства, поскольку Голландия сейчас председатель Евросоюза. И потом, через годы, там, в принципе, уже никто не помнит, о чем это все было, и потихонечку, спокойно продолжается вот договор по ассоциации с Украиной. Поэтому, в принципе, через 2-3 года мы смотрим назад и думаем, что, ой, все-таки все получилось так, как бы не хотели. Поняла. Спасибо большое. Евгений Георгиевич, что вы скажете?
Я согласен с моим коллегой, то, что договор уже подписан, но ведь никто не читает, что в нем написано. Понимаете, а то, что написано, Украине не дает ровным счетом ничего, кроме обязанностей. Поэтому сейчас, я думаю, вмешается старший брат заокеанский, и европейская бюрократия сделает какой-то шаг навстречу Украине, чтобы загладить эту пощечину. Но от этого ничего не изменится. Будет ли вот это вот, как бы, значит, иметь последствия? Безусловно, будет. Я думаю, что реальные шаги Европы навстречу Украине замедлятся, они станут более осторожными. И просто вот этот вот договор, который об ассоциации, который никто не читал, и никто не знает, что там находится, он просто потеряет свое содержание. Да. Пустышкой будет. Для меня существенно одно. Будет война на Донбассе реальная большая или не будет? И вот сейчас нам, вот когда вот это произошло, нужно сделать все для того, чтобы вот это... Да, мы поняли. Спасибо. Вы сказали ключевую вещь, да, потому что репутационные потери, их можно пережить, да, но они не идут ни в какое сравнение с человеческими жизнями, которые мы, Украина, теряют. Это была «Открытая студия». Мы, конечно, вернемся еще к обсуждению этого вопроса.